Всем привет! С вами канал Артмания. Смотрите, что у нас происходит. Подвинули стол. У нас проводят трубы. Видите, у нас все трубы в стенах находятся. Будут две трубы так проводить. Тут срезать еще будут. Еще там надо наклеить, наверное. Во всех трех комнатах. То есть вот в этой, там Женина и кухня. Вот, все передвинули. Пойдемте к Жене посмотрим. Здесь часть. Часть вон к Диме кресло отправилось. И Женя передвинул. Потом будешь смотреть. Как ждали мы долго, да? Тут вон это угол у тебя. Ждали долго мы. Ну, ты смотри, у тебя интернет тут остался. Ты можешь им пользоваться, кстати, ведь. Отойди, что ли, Дим? Встал прям посередине. Вот. Сыплет. Вот как сыплет. О, как кулаком прям. Ух, сверлят как. Не трогай, Дим. Вот, и здесь. Здесь мы потолок, угол сняли. Надеюсь, что все будет хорошо, что этого угла будет достаточно. Потому что тут вон арматурина проходит. Я надеюсь, что между нею они все-таки пройдут. Что им будет этого достаточно. Очень сильно надеюсь. Тут мама сказала заклеить, но надо картон найти где-то. Стол подвинем потом, когда уже он придет. Когда придет дядя, помать. Так, смотрите, у нас уже пришли. Все трубы сняли. Со своими картончиками пришли. Такие умнички, умнички прям. Так, ну тут пока не слышно. Не пойму, где, с какой стороны они вообще начали. С кухни, что ли? Сыпануло. Ай, пылище какая-нибудь. Все, сломался потолок. Отогнулось немножко. Сломался узловой потолок, пап. Да где папа? Где он? Ушел. Потолок так жалко. Смотрите, как он красивый. Красивый. О, какой дрель. Здоровенный. О, какой огромный. Большой. А у папы такого нету? Ну нет, конечно, у папы откуда такое? Только у дяди такого есть. Ну ладно. Вот отжимай хорошенечко. Женька, под ведром тебе потом тоже поможет. А я думаю, ты прям на коленочке встанешь. Может, мне поможешь весь день? Нет. Что так? Терпеть не могу мыть полу. Ничего. Старушки еще.